құрметті әріптестер, ханымдар мен мырзалар, орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз конференциясына қош келдіңіздер. 28 мамыр күні Астанада BI марафон қайырымдылық марафоны өтеді. Уважаемые коллеги, дамы и господа, сегодня мы поговорим о популяризации здорового образа жизни, а также о вкладе в это важное дело крупных компаний страны. 28 мая в Астане состоится благотворительный марафон BI марафон. Более подробно о проведении данного мероприятия нам расскажут наши гости. Позвольте представить. Директор дивизиона BI Group Максим Валерьевич Чернышов. Представитель «Мустан Групп», соорганизатор Олжас Муратович Уразбаев. Олимпийский чемпион, генеральный директор «Астана Арланс» Серик Жумангалиевич Сапиев. Кандидат мастера спорта по марафону, ветеран-марафонец Салтанат Туйтыбаев. Мастер спорта международного класса, герой мировой книги рекордов Гиннесса Марат Толегенович Жиланбаев. Представитель компании Apple «Якутские бриллианты» Валентина Иннокентина Слепцова. Также у нас в зале присутствует заместитель директора фонда BI «Жулдызай» Алтынай Мураджановна Танирбергенова, а также ультрамарафонщица Амия Гульсын Калякперовна Мирошниченко. Добро пожаловать, уважаемые гости, мы рады приветствовать вас и позвольте первое слово предоставить вам, Максим Валерьевич, пожалуйста. Хотелось бы отметить, что в поддержку благотворительности и здорового образа жизни наша компания организовывает благотворительный марафон, который пройдет 28 мая текущего года в городе Астана. Это любительский марафон, в котором могут принять участие все желающие на дистанциях 5, 10, 21 километр полумарафон, а также классический марафон 42 километра 195 метров. Также мы отвели участие для 100 детей на протяженности 1,5 километра. Соответственно, абсолютно попытались охватить все возрастные категории наших участников. Несмотря на то, что марафон является любительским, мы постарались подойти максимально комплексно к его реализации. Достаточно высокий уровень и подход постараемся продемонстрировать при его проведении. Регистрация на нашем марафоне возможна через сайт, который на сегодняшний день работает. Это сайт bimarafon.kz. Поскольку марафон, одна из целей марафона является благотворительность, мы планируем все вырученные средства, которые поступят от регистрации индивидуальных участников, а также команд Экидена, мы планируем направить на благотворительный фонд «Жулдызай» для приобретения медико-реабилитационного оборудования для детей с диагнозом ДЦП. Ну, на самом деле хочется отметить, что традиция любительских марафонов, она достаточно активно культивируется по всему миру. Многие из вас, наверное, слышали о нью-йоркских марафонах и о многих других, которые в основе своих целей несут пропаганду здорового образа жизни, физкультуры и спорта, а также, конечно, благотворительную функцию и цель. Стоит также отметить, что такие мероприятия, как марафон, они являются, скажем так, целью привлечения внимания к определенным социальным проблемам, социальным слоям населения, которые мы хотим активно в нашем марафоне тоже заострить внимание на помощи детям с диагнозом ДЦП. Наша компания активно принимает участие в помощи детям с данным диагнозом. Каждый сотрудник компании активно вовлечен. По результатам годовой деятельности свои рабочие он отчисляет, соответственно, часть бонусных пакетов в адрес этого фонда, также ежемесячно зарплаты. Мы все желающие принимаем активное участие. Поэтому также хотели бы активно вовлечь все население города в здоровый образ жизни. Насколько мне известно, в нашем городе Астана до сегодняшнего дня, в принципе, так марафоны активно не пропагандировались. Это один из немногих, который пройдет на территории нашего города, но будем надеяться, что он станет такой доброй традицией. Стоит отметить, что компания, в принципе, активно вовлечена, скажем так, в проведение спортивных мероприятий. Пытаемся оказывать активную поддержку нашим казахстанским спортсменам. Это и Геннадий Головкин, и Александр Винокуров. Пытаемся активно участвовать в их, скажем так, жизнедеятельности. Что еще хотелось бы отметить? Отметить хотелось бы то, что компания уже предпринимала первую попытку участия, которая, на мой взгляд, для первого раза увенчалась успехом. Мы принимали участие в марафоне Алматы
24 апреля текущего года 94 сотрудника компании приняли участие в алматинском марафоне, пробежали дистанции 10, 21 и 42 километра. Также стоит отметить, что приятной новостью для нас было то, что один из сотрудников компании, Айдын Касен, стал абсолютным победителем данного марафона на дистанции 42 километра. Он преодолел эту дистанцию за 2 часа 42 минуты и 58 секунд. Я был очень горд тем, что работаю в коллективе с таким сотрудником, который на самом деле показал такой класс мирового уровня. Мы активно стараемся данному мероприятию придать статус мирового масштаба, то есть мирового значения, соответствия. Тем самым мы привлекаем активно важные такие компании, как Mustang Group, которая будет организовывать проведение марафона. Также мы постарались привлечь наших активных жителей нашей республики. Это наши почетные марафонцы, это и Марат Жиланбаев, и Салтанат Туйтибаев. То есть все люди, которые активно показали и проявили себя в спорте, и которые активно пропагандируют здоровый образ жизни. Для нас на самом деле это очень почетно, что они нас поддержали. Соответственно, и Серик Сапиев, то, что сегодня принимает здесь участие, для нас это, скажем так, очень большая такая гордость и честь, что вот все люди, которые не чужды к спорту, нас активно поддерживают в наших начинаниях. Также стоит отметить, что Акимат очень хорошо тоже оказал нам поддержку и содействие. Мы постарались максимально снизить неудобства для жителей города. Мы перекрываем всего две улицы на период проведения. Это улица в районе Кенесары, то есть нашего стадиона, откуда будет планироваться старт. И, соответственно, одну улицу в районе Кабанбай-Батыра, это в районе Салтанат-Сарай, один участок. И то, опять же, может быть, он будет перекрываться временно. Поэтому постарались с минимальными неудобствами провести, постараемся с минимальными неудобствами провести данное мероприятие. Напоследок хотелось бы отметить, что компания BI Group всегда активно пропагандирует здоровый образ жизни. Наши вышестоящие акционеры достаточно активно вовлекают весь персонал. Сегодня порядка 930 человек уже готовы к регистрации на марафоне. Это только штатные сотрудники BI Group. Порядка 470 человек сегодня из внешней среды зарегистрировались на нашем сайте. Соответственно, мы планируем, что наша целевая и численная аудитория будет достигнута на марафоне. Впоследок отмечу, что компания BI Group имеет намерение преподнести подарок городу. В одном из районов города Астаны будет построена воркаут, спортивная площадка, которая включит в себя возможность тренировок как и на тренажерах, которые будут установлены на этой площадке, так и для занятий бегом, прогулок. Впоследствии планируется дать возможность тренироваться и на триатлонных направлениях, то есть это, соответственно, и плавание, и велосипед. Вот вкратце такая, скажем, информация от меня. Если будут вопросы, я впоследствии готов буду на них ответить. Спасибо большое. Благодарим вас, Максим Валерьевич. Салтанат Мырза, позвольте вам передать следующее слово. Пожалуйста. Когда мне Максим позвонил и сообщил, что в Астане будет проводиться 28 мая марафон, я был бесконечно счастлив. Хотите верьте, хотите нет, но в ту ночь я где-то до 3-4 часов заснуть не мог. Я так разволновался. Почему я это долго объяснять, но дело в том, что вы сами прекрасно знаете средства массовой информации, об этом уже и говорить неохота, что наша легкая атлетика из королевы спорта, я не хочу никого обвинять и кого-то ругать, нет, из королевы спорта превратилась то ли в Золушку, то ли в пачерицу, по-русски я точно не могу. И в частности, и не говоря о марафоне. Если вы потом это спросите,
Я более подробно расскажу. Сейчас я хочу только сказать, что огромное-огромное спасибо руководителям биогрупп. Я счастлив, что в нашем городе живут такие люди. Они делают великое дело, великое, понимаете, великое. Марафон – это здоровье нации. Вот простой пример. Вот в Нью-Йорке я осенью смотрел прямой репортаж. Там заявок было 200 тысяч человек. Они не могли столько принять. Они при помощи компьютера определили всего лишь 53 тысячи человек. Понимаете, какой интерес у американцев к оздоровительному бегу? Вот это то, что они сейчас проводят, почему я великим делом называю, постепенно, уже второй марафон. Я счастлив, что я свидетель того, что марафон возрождается, мой любимый спорт возрождается из пепла. Вот уже в Астане за год два марафона появилось. И думаю, что эта традиция будет продолжаться. И я счастлив буду, когда марафон, организованный биогрупп, получит международный статус, хотя бы для начала бронзовый. Еще что я хочу сказать. Я призываю всех, абсолютно всех принять участие. С детьми приходите, сами приходите. Для всех, для разного уровня подготовленности есть дистанция. Для детей 1,5 километра, более-менее раз, это подготовлен 2, 5 и так далее. И для кого будет это начало большого пути? Для кого-то это будет здоровье семьи. Отрывайте детей от компьютеров. Бегайте сами, бегайте с детьми, и будет все хорошо. Остальное я еще раз, я никаких меркантильных целей не преследую. Я никогда с Айдыном, с Максимом никогда в жизни знаком не был. Я огромную благодарность им выражаю от имени. Мне 71 год, я счастлив, что наконец-то я вижу, как возрождается марафон, мой любимый вид спорта. Спасибо огромное, ребята. Благодарю вас. Позвольте следующее слово предоставить вам, Олжас Муратович, пожалуйста. Я представляю международный консорциум консультантов во главе с компанией Mustang Group по организации спортивных стартов, в том числе по марафону, триатлону в Казахстане, странах СНГ, дальнего зарубежья, Аравийский полуостров и на африканском континенте. Хочу пару слов сказать о главе компании Mustang Group Ренате Мустафине. Ренат Мустафин – наш соотечественник, ныне космополит, весьма успешный спортсмен-любитель, триатлет. Вошел в топ-1% сильнейших Ironman триатлетов по итогам 2015 года. Финишировал на стартах на чемпионате мира по триатлону Ironman в Австрии. Финишировал в ультрамарафоне «Марафон де Саблес» в Сахаре и является одним из наших первых спортсменов, который пересек Гибралтарский пролив. Когда мы узнали, что планируется такого рода мероприятие в Астане, Ренат Мустафин с радостью откликнулся на предложение руководства BI Group о проведении первого благотворительного BI-марафона. Предстоящий 28 мая марафон – это первый крупный проект Mustang Group в Казахстане. Как консультант с самого начала мы поставили цель организовать данный марафон на высоком международном уровне. Подготовка к данному марафону проводится в двух направлениях. Первое направление – это спортивная подготовка участников, представителей компании BI Group в партнерстве с первой казахстанской в Астане школы триатлона Nomad Champions. Мы стали тренировать топ-лидеров и сотрудников BI Group в парках города. Наши тренеры по триатлону Ержан Жапаров и марафону Марат Джаламбаев, который также сегодня с нами здесь, тренируют сотни казахстанцев и вовлекают в бег и, в общем, здоровый образ жизни. И второе направление – это непосредственная организация марафона.
Хотелось бы отметить 5 фишек данного мероприятия. Первая фишка, о которой уже упомянул Максим Валерьевич, это минимальное перекрытие дорог. Была выбрана трасса именно вдоль набережной со стартом на центральном стадионе имени Мунайт Пасова. Второе, это будет проведен индивидуальный хронометраж. Каждому участнику будет выдан чип, и что позволит в конце каждому получить свои результаты, а болельщикам, членам семьи и сотрудникам следить за их результатами онлайн. А также в конце будет выдан каждому индивидуальный электронный сертификат. Третье. Фото сопровождения данного мероприятия. Каждому участнику будет по итогам марафона выслан пакет фотографий и видео финиша. Не на каждом марафоне данная опция предоставляется. В Казахстане, в Астане, я так думаю, это первый марафон с такой опцией для всех участников марафона. Четвертое. Электронный хронометраж также позволяет нам превратить это мероприятие в праздник с моментальным награждением участников по разным категориям. У нас свыше 100 номинаций. И все это будет проходить на сцене. Также пятое, последнее, корпоративный чемпионат среди дивизионов BI Group. Впервые в Казахстане внедряется бальная система для того, чтобы вне зависимости от пола, от возраста, результата, который каждый может предоставить, каждый участник дивизиона компании мог внести свой вклад в общую победу их группы. Хотелось бы также отметить уже по дистанциям, что самые длинные дистанции 42 и 21 километра у нас пользуются популярностью, и уже мы скоро вынуждены будем закрыть регистрацию на данной дистанции. Так что спешите, регистрируйтесь. Мы верим в спортсменов Казахстана и ощущаем радость от энтузиазма и отклика со стороны наших граждан. В завершение хотелось бы подчеркнуть, что первый благотворительный BI-марафон – это больше, чем забег. Это будет яркий, запоминающийся праздник для всех жителей и гостей столицы, не только для сотрудников BI Group. Событие, организованное на высоком уровне, в соответствии с международными стандартами, надолго останется в памяти участников и зрителей, подарит незабываемые эмоции и заряд позитива всем казахстанцам. Спасибо. Благодарим вас, Олжас Муратович. Позвольте следующее слово предоставить вам. Серик Жумангалиевич, пожалуйста. Я регулярно участвую в подобного рода мероприятиях, спортивных марафонах, велопробегах. Вот. И отрадно то, что BI Group, как мы все с вами видим, на улицах нашей столицы, компания строительная. Помимо этого, она и занимается различными благотворительными мероприятиями, социальными проектами и спортивными. Вот как сказали уже, строятся площадки, организуются марафоны. Я как спортсмен полностью поддерживаю это. Спортивные мероприятия для популяризации, конечно, здорового образа жизни, для спорта, пропаганды спорта. Вот. Сам тоже планирую принять участие в этом марафоне. Приглашаю всех. Хотелось бы сказать слова благодарности компании BI Group за то, что занимается такими социальными проектами, и пожелать им успеха в дальнейшем, чтобы этот марафон не был проведен только один раз, а ежегодный, на ежегодной основе. Он все собирал все большее количество участников и только рос, и только популяризировал нашу страну, чтобы принимали участие международные спортсмены. Вот, успехов и приходите на марафон. Благодарю вас, Серик Жумангалиевич. Марат Ульгенович, пожалуйста, вам следующее слово. Так как я являюсь патриотом именно бега, потому что это самый доступный вид спорта, и хотел бы чуть-чуть рассказать историю казахстанского движения в марафоне. В 80-е началось быстрое движение, то есть люди начали бегать, начали организовываться марафоны.
Во многих городах Казахстана в 95-м пошел резкий спад. Здесь, в Целиноградье, я участвовал в 88-м и 89-м году в марафоне. Здесь проводились в советское время марафоны. В 89-м я пробежал босиком здесь, я это помню. И все, потом почти не было марафона, только в Караганде иногда проводили. До 2011 года было затишье, лет 17 была тишина. И вот я скажу, что это благодаря не спорткомитету, это благодаря людям, предпринимателям. То есть там Тен Валихан, например, начал в Алмате, проводится колоссальный, хороший марафон. Также хочу отметить, ну, у нас есть олигархи, например, Муратхан Такмади, который имеет там заводы стеклянные здесь и в Алмате, которые проводят как пробеги, так же триатлоны. Потому что я вот как казах, я первый триатлонист, который выполнил звание Айронмен, железный человек, еще в 91 году. Это я считаю. И я вижу, что все бизнесмены, успешные люди хотят заниматься спортом, не просто спортом, а именно триатлон, который можно, марафон. И вот здесь вот благодаря тому, что есть шеф, который любит спорт, это Айдын Рахимбаев, тоже не только сам решил, а поднять компанию, ну и не только компанию, а поднять город и весь Казахстан, чтобы все начали заниматься спортом. Я только рад, что есть такие предприниматели. Я всегда буду рад поддержать и двигать. Благодарю вас, Марат Улегенович. Валентина Иннокентьевна, позвольте вам передать завершающее слово. Пожалуйста. Вообще компания АПЛ «Якутские бриллианты» невероятно горда тем, что BI Group предоставили возможность, ну, разделить, я не знаю, славу организаторов, хотя мы здесь недавно стали сотрудничать в этом проекте. У нас есть ряд успешных некоммерческих проектов здесь, в Казахстане. Мы год работаем здесь. Вот эта весна, она богата на такие события. Мы сотрудничали с театром, помогали им с постановкой Чехова. И сейчас хотим влиться в это замечательное течение, по здоровому образу жизни, да, вообще бег как философия жизни, бег как медитация, как способ влиться в сообщество единомышленников, потому что соревновательный элемент в марафоне на самом деле, если не нивелирован, то снижен, нежели в других видах спорта, и здесь очень важно поставить перед собой цель и достичь ее. Также, ну вот мы видим, что и BI Group, невероятный марафонец, поставил перед собой очень высокую задачу вовлечь не только город, но и, по сути, мировое сообщество, привлечь внимание к Астане в целом, к Казахстану в целом. Вот. Что ж, для того, чтобы участвовать в марафоне, нужно очень много энергии. Название нашей компании расшифровывается как «Энергия пылающего льда из самого холодного региона на северном полушарии». Что ж, зарядимся этой энергией. Мы предоставляем призы для абсолютных чемпионов, для женщин и мужчин в этом марафоне. Это обязательно будут сертифицированные бриллианты с нашей фирменной огранкой, которая так и называется «Пылающий лед». Что ж, я желаю всем участникам достижения собственных целей. Еще раз слова благодарности для спикеров, для организаторов этого замечательного действия. Что ж, увидимся в конце мая. Благодарим вас, уважаемые гости, за предоставленную информацию. А сейчас, уважаемые коллеги, вы можете задать вопросы нашим гостям по теме пресс-конференции. Пожалуйста, первый вопрос. bnews.kz. Мы вас слушаем. Добрый день, Малика Шакенова, bnews.kz. Вот вы приглашаете всех желающих участвовать в данном марафоне. До марафона осталось около 2 недель. Дайте, пожалуйста, совет нам, обычным гражданам, как можно за это время подготовиться, на чем нужно сосредоточиться, чтобы успешно закончить свою дистанцию на марафоне. Спасибо. Давайте я отвечу. Ну, во-первых, за 2 недели марафон никто не пробежит, если он никогда не бегал. Но у нас есть дистанция 5 километров. 5 километров за 2 недели можно подготовиться и пробежать. Я вот сейчас тренирую разные группы. Есть и та же СБИ групп, есть чиновники, и
Ну, просто люди, которые хотят бегать. И у всех горят глаза. Они все хотят бежать сразу марафон. Я их просто торможу, я их останавливаю, потому что можно навредить. Вроде каждый человек может бегать, но надо уметь бегать, потому что марафон – это от 28 тысяч шагов до 40 с чем-то тысяч, это у новичков будет. Это микроудары, это вредно для колени, для сустава, для позвоночника, и для этого нужна подготовка. Средняя подготовка для марафонца – это год, если с нуля начался, средний, говорю. Если кто-то говорит за 3 месяца, не верьте этому. Человек может пробежать, да, но это будет опасно для здоровья, для сердца, для суставов. Благодарим вас за ответ. Пожалуйста, уважаемые коллеги, следующий вопрос. Пожалуйста, представьтесь, мы вас слушаем. Доброе утро. Мадина Алданова, телеканал 24КЗ. А скажите, вот какое количество человек уже известно к этому времени зарегистрировано на марафон? На сегодняшний день зарегистрировано сторонних порядка 470 человек, то есть все, кто с внешней среды изъявил желание, они сотрудники компании. Сотрудников компании будут наши HR-директора регистрировать, скажем так, общей массой. На сегодняшний день вообще порядка 930 человек уже поданы списки на регистрацию. Вообще целевая аудитория сотрудников компании для участия в марафоне мы планируем где-то в районе 1500 человек. Примерно так. Благодарю вас за ответ. Пожалуйста, следующий вопрос. Каспрада Киезет, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Азамат Садыкбаев, Каспрада Киезет. У меня вопрос к Максиму Чернышову. Согласно вашим ожиданиям, сколько человек примут участие вот в этом марафоне? Или же, если сформулировать вопрос немножко по-другому, сколько нужно собрать средств для приобретения оборудования? Спасибо. Ну, во-первых, смотрите, то есть мы... Поскольку проводим это мероприятие впервые, мы для себя целевую аудиторию определили в районе где-то 3000 человек. Если будет сверх такой прям ажиотаж к этому мероприятию, я думаю, мы можем там увеличить погрешность до 500 человек плюсом. Но это, скажем так, эта цифра позволяет нам оперативно смобилизоваться и подготовить всю атрибутику для этих участников. Вообще целевая аудитория 3000 человек. На самом деле, скажу так, что мы не ставили конкретной целью сбор какой-то определенно конкретной суммы в помощь для приобретения оборудования. Как я упомянул ранее, мы на постоянной основе оказываем максимальное содействие фонду, корпоративному фонду BI Жулдызай. Есть также и другие проекты, которым мы помогаем. Это и проект «Дом мамы», который активно, скажем так, сотрудники наших двух холдингов поддерживают. Ну, в целом как-то так. То есть мы не ставили целевой, скажем так, какой-то целью собрать определенную сумму. Но если вас интересует примерно, какая сумма будет от сбора, в районе 10 миллионов, наверное, с учетом количества участников и ставок регистрационных взносов. Благодарю вас за ответ. Пожалуйста, уважаемые коллеги, следующий вопрос. Астана Радио. Сәлемет сіздерме, Астана радиосынан Салтанат Сәдібе қызы. Менің сұрағым келгені жаңа марафон ардагері Салтанат Мұрза өз сөзінде айтып кетті. Бұл дәстүрлі шаралардың біріне енгізілсе деген ойын. Енді алдағы уақытта осы қалада өтетін дәстүрлі шаралардың біріне енгізіле ме осы шара? Және физикалық белсенділікті арттыру мақсатында азаматтарды көбірек тарту үшін халықты қандай жұмыстар жасалады? Мы постараемся, чтобы это мероприятие все-таки носило систематический характер. Возможно, даже приурочим его к каким-то другим еще событиям. Почему мы проводим его именно 28 мая? Ну, во-первых, совпали так даты с 21-м днем рождения нашей компании. Соответственно, мы постарались, скажем так, эти мероприятия приятное с полезным совместить. И наше руководство, в принципе, относится к таким, кто не бросает своих начинаний. Будем активно пытаться развивать и пропагандировать эти вещи. Что касается вовлечения, масс в спорт, здесь, наверное, нужно начинать с себя и с каких-то небольших дистанций все-таки заходить и пробовать свои силы, ставить для себя реальные планки, может быть, чуть-чуть с вызовом. Если кто-то никогда не бегал 5 километров, может быть, идти к цели 10. И тогда, я думаю, все получится. Спасибо.
Благодарим вас за ответы. Уважаемые коллеги, к сожалению, время нашей работы подошло к концу. Соответственно, мы завершаем нашу пресс-конференцию. Позвольте поблагодарить вас всех за активное участие. Благодарим вас, уважаемые гости, за предоставленную информацию и желаем вам удачи в проведении вашего биомарафона. Всего доброго. До скорых встреч.